Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня будет обзор очередной посылки. И мне прислали на тестирование крем, то есть я думаю, что здесь крем, посылка еще запечатанная. И сейчас я вам расскажу, почему я захотела потестировать этот продукт, чем он меня заинтересовал. И вы поймете, что такой продукт, скорее всего, нужен в каждую семью. Так, как посылку-то распечатать? И чтобы знать, как это делать. А, все, нашла. Ой, как я люблю этот момент, когда открывается крышечка, а там внутри, ну-ка, что здесь внутри? Пока бумагу вижу. Ого-го! Так, здесь пусто, просто как упаковка. Ребята, обмажемся. 5 коробочек и все одинаковые. Сейчас посмотрю. Да, отлично. Сейчас рассказываю суть. Давайте все их достанем. Уже какой аромат пошел. Хвойный такой приятный. Это регенерирующий крем. Не подумайте ничего плохого, это очень классный крем. Компания Abyss Organic. Крем такой можно приобрести на сайте или на сайте компании или на сайте Wildberries. Почему я его захотела взять? Прочитала аннотацию, и мне очень-очень понравилось. Кстати, здесь есть инструкция внутри. Угу. Итак, что же... А здесь как раз вот все и написано. А я себе целую распечатала листовку. Итак, рассказываю, почему меня заинтересовал этот продукт. Так как это регенерирующий крем, то он, как, вы знаете, его можно использовать как скорая помощь. У меня есть такая скорая помощь, это масло чайного дерева, а теперь будет еще и такой крем. В чем он нам помогает? Это решение большинства кожных проблем. Снимает зуд, заживляет трещины, размягчает мозоли, устраняет шелушение, эффективен при аллергических дерматитах, экземе и псориазе. Я один флакончик подарю своей подруге, у которой есть псориаз. Посмотрим, как он на ней сработает. Очень интересно. И он в целом улучшает состояние кожи, а особенно еще используется при солнечных ожогах. Ну, я надеюсь, я не доведу до солнечных ожогов свою кожу, потому что я о ней очень сильно забочусь. Но вот такой крем очень интересно было бы попробовать. И так как у нас в семье есть мужчина, который занимается настройкой. Мы сейчас его и пригласим для тестирования этого крема, потому что самый лучший эксперимент, лучше всего эксперимент ставит на том, у кого есть проблемы. Потому что у меня с кожей никаких проблем на данный момент нету. Кстати, вот недавно была ранка и долго заживала. Просто такой плоский срез был. Вот, кстати, крем бы этот и пригодился. Но мы будем пробовать на моем муже. Итак, приглашаем Михаила. Привет, Миша. Где ты? Привет, привет. Так, что у тебя с руками? Расскажи, какая у тебя проблема. Ну, как и у большинства мужчин, руки находятся в довольно-таки нехорошем состоянии, а к тому же сюда прибавляется еще и работа на строительстве своего дома. Какой-никакой, но прямой контакт с сухими строительными смесями говорит о таком вот неудовлетворительном состоянии кожи рук. Этот крем специально как раз для рук, о чем Лиля, наверное, не сказала. Я не любитель мазать руки всевозможными кремами. Можно сказать, что я просто не мажу руки кремами. Ну, раз... Иногда я все-таки его выловлю и намажу, когда уже совсем вижу, что они прям коркой покрываются. Но... На самом деле, этот крем не только для рук. Можно любые участки кожи мазать, все тело. Ну, мы поэкспериментируем как раз на моих руках. Ну что, давай попробуем? Давай. Во-первых, давай понюхаем, как крем пахнет. Так, у него удобная крышечка, то есть не нужно откручивать, а просто откидывается верхний клапан и маленькое отверстие. То, что у крема есть аромат, чувствуется уже просто из коробки, и сейчас я намажу тебе руки, да. Слушайте, он такой густой. На протяжении недели. А, подождите, тут сюрприз. Нужно открутить и снять защитную пленку. Вау, как хорошо это. То есть он герметично запечатан, и сейчас мы посмотрим... Сколько времени нужно, чтобы...
18 месяцев срок годности у крема. Итак, выдавливаю. Ой, какой зелененький! Интересный крем. Давай сразу на две руки, сюда и сюда. Закрываем. И в дальнейшем я самотен давай нанесу. И в дальнейшем уже не нужно будет каждый раз откручивать крышку, а он будет через маленькое это отверстие просто выдавливать. Слушай, у тебя зеленые руки. Ну и на протяжении недели я буду тестировать этот крем. И по окончании этой недели мы снимем еще один ролик и покажем состояние рук от ежедневного использования. Да, какой будет эффект. Мне самому уже интересно. Пахнет вкусно, вот прям как будто в хвойном лесу сидим. Да. Чувствуешь? Да. Хорошо. Ну, вот я мажу крем, я уже чувствую, что он впитался моментально, прям очень быстро. Хотя вы видели, я его очень много нанесла. И вот сюда. Точно будешь мазать каждый день? Ну, или мне за тобой следить? Нет, я поставлю себе один тюбик и буду мазать. Никаких таких вот... Все, и мне чуть-чуть досталось. Специфичных ощущений я не чувствую. Просто крем как крем. Хорошо впитывается. Угу. Нету такой вязкости, жирности. Руки, да, уже, легкий. Руки уже совершенно другие. Ну, посмотрим, как это отразится, его регенерирующие способности на моих всяких, да, царапинках. Там прям ссадины большие. Ну что, до встречи через... Неделю. Отчет пошел. Отчет пошел. Прошло 2 минуты, и я уже практически не ощущаю крема на своих руках, что очень даже хорошо, мне очень нравится, что нет вот этой липкости, жирности продолжительной. Он моментально впитался. Может быть, это состояние первоначально моих рук такое плохое, а может быть, он просто реально такой крем быстро впитывающий. Ну, через неделю расскажешь. Хорошо. Ну, все, теперь точно пока? Пока. Ты пока. Поехали. Поехали. Привет-привет, с вами Лилия Донскова и Михаил Булавцев. И мы не стали ждать 7 дней, пока пройдет тест-драйв этого крема, а прошло всего 4 дня, и мы уже видим результат, и решили сразу записать видео. Я, прежде чем Миша расскажет свои впечатления, я расскажу свои впечатления, потому что он мазал кремом 2 раза в день, утром и вечером, и я могу сказать однозначно, что аромат крема настолько сильный, что когда вечером он мазал руки, то было ощущение, что мы спим в сосновом бору. К чему я это говорю? Этот крем не на работу, не на вечеринку, только дома использовать, потому что запах сильный, он будет перебивать аромат духов, то есть он достаточно такой вот навязчивый, но со временем он проходит, но приятный. Да, сильный, но он такой натуральный, приятный, вкусный, это как будто ёлка у вас в доме, стоит такой хвойный сосновый аромат, но много он ёлок. Естественный, да. Очень прикольный. И я тоже помазала 2 или 3 раза просто свою ранку, то есть у меня сошла болячка, и очень долго было красное пятно, вообще не проходило. Странно, я помазала, сразу оно практически прошло. Я надеюсь, что это действие крема, а не просто пришло время победить эту штуку. Миш, теперь ты хвались, потому что у тебя хватит действительно теребить мой крем. Классные результаты. Я просто обожаю, когда кожа мягкая. Я такой человек, который все трогаю. И вот мне теперь приятно трогать Мишины руки, они просто обалденные. Это не реклама, это реально впечатление. Мы, как всегда, честны. Все точно? Да. 7 дней, за 7 дней, возможно, даже и без кремов, состояние рук, всякие там царапки и зажили бы. Нет, они такие все шершавые и страшные. Ну, значит, я просто-напросто не обращал внимания. Конечно. К своим рукам, и здесь я сейчас почувствовал разницу. Особенно вот эти вот все коцки, которые были, они очень хорошо, очень быстро зажили. И руки, если, например, вечером я ночью мазал их, на утро ощущается эффект от крема. И мне очень понравилось то, что крем, он не жирный. Он впитывается буквально за 2-3 минуты, и уже при повседневной деятельности он никак вообще не сковывает движений. Ну, имею в виду руками, тактильно, никаких жирных пятен не оставляет. То есть мне очень понравилось. И руки не позеленели, хотя крем очень зеленый, когда и можешь. Так, ну давайте теперь посмотрим на результат, на руки. Давай. Ну, в таком состоянии находятся руки после 4 дней
использования крема. Первые 2 дня я мазал кремом руки 2 раза в день. Вторые 2 дня уже подзабывал и мазал по 1 разу. Здесь вот уже начинают, практически прошли болячки, которые имеются. Кожа не сухая, не грубая, нету вот этих вот как будто чешуи от сухости кожи. Очень доволен результатом. Угу. Давай крем тут выпускаешь. Ну что, поехали? Поехали. Ну что, друзья, если вам этот крем тоже понравился, и вы хотите заказать для себя, чтобы был дома на всякий случай, если вдруг вот как у Миши такие проблемы, то ссылка на сайт будет прямо под этим роликом. Переходите по ссылке, смотрите, там, кстати, еще есть какой-то ассортимент. Но этот крем, он действительно достоин того, чтобы быть в каждой семье, потому что хороший. Но у большинства мужчин, наверное, по-любому есть такие, в кавычках, проблемы, когда, ну, занимаясь домашними делами или какой-то другой физической, ну, там, строительной, неважно какой, ремонтной активностью, руки, появляются всякие ссадины на руках, поэтому рекомендую. Итак, фирма Abyss Organic и крем Vitaprenol. Рекомендуем! Пока-пока!